Традиционное место проверки – перекресток Пушкина Тараса Шевченко перед поворотом на автовокзал. Госавтоинспекторы такие рейды устраивают постоянно, и тем не менее количество хоть и мелких, но все же нарушений не снижается. Наказали в этот раз не только водителей, которые, стоит добавить, спокойно реагируют на подобную проверку, но и самих пассажиров за непристегнутый ремень. В чем дело-то? Что подписать? Пройдите. Вы уже остановились, мы уже отстегнулись. В чем дело? Сотрудники ДПС проверкой документов не ограничились. Протестировали исправность огнетушителей и ремней безопасности. А вот у самих пассажиров критерий оценки защищенности оказался другой. Сначала дороги, чтобы хорошие были в начале. Так, ну и шофер, чтобы аккуратно ехал. Преобладает больше фактор человеческий. Ну что обязательно, даже вы, чтобы безопасно пассажиров везли? Трезвый водитель. Ну, чтобы были ремни обязательно. Чтобы адекватный шофер был. Я считаю, что опыт водителя и машина, чтобы должна была в исправности. Проверки на дорогах Абакана продлятся до 21 мая. Сотрудниками госавтоинспекции будет проверена улично-дорожная сеть, по которым проходят маршруты автобусов. Помимо этого будут проверяться техническое состояние автобусов, а также наличие тахографов. За первый день проверки инспекторы выявили более 15 нарушений. Основные – выключены фары ближнего света и неисправность тахографов. Кстати, уделить особое внимание своему транспорту стоит компаниям-перевозчикам детей. С 12 мая штрафы будут увеличены как для водителей, так и для владельцев автобусов. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.